Здарова, друзья, с вами Влад Капуста. Сегодня у меня на канале информационный ролик, а также мы пооткрываем наборы за FIFA Points на огромнейшее количество. Прежде чем я начну, результаты на звездные абонементы, а также на приветственные наборы будут находиться сегодня у меня в телеграм-канале. Примерно так в часиков 3 либо 4 я вам все закину, чтобы вы туда зашли комфортненько, проверили, кто стал победителем и получили удовольствие от того, что стали обладателем офигенного абонемента, либо набора, где находятся поинсы, монетки и так далее. Но если вы от меня хотели бы получить совершенно бесплатным образом звездный абонемент, где находится карточка Баджо 113 рейтинга, либо же FIFA поинсы, монетки, а также дополнительный игрок еще и высокого рейтинга, то вам нужно все лишь набрать ровно 25 тысяч просмотров за сутки, подписаться на мой YouTube канал и подписаться на мой Telegram канал, поставить палец вверх и написать всего лишь один комментарий вот там вот внизу. Если вы не будете выполнять условия, то мне придется отдать другому человеку ваш приз, который вы должны были получить. Так что обязательно подписка на мой YouTube канал и на мой Telegram канал. Если вы испытываете проблемы с покупкой FIFA Points, звездных абонементов, то все можно покупать официальным путем через меня, через мой магазин. У меня в магазине вы сумеете найти звездный абонемент, а также улучшенный звездный абонемент плюс 2000 кредитов, где сразу открываются дополнительные уровни в абонементе. У меня в магазине вы найдете для себя FIFA Points в неограниченных количествах, а также ограниченные наборы FIFA Points, начиная от 750 и по 15000 Points, где у вас есть шанс выбить премиального кумира 115 рейтинга, а также дополнительно еще получить 600 миллионов монет. У меня в магазине в разделе акции вы сумеете найти приветственные наборы, где находятся FIFA поинсы, игроки, а также еще и монетки. Абонемент на 7 дней, а также на 28 дней, где ежедневно вам выдаются FIFA поинсы. Абонемент Лиги 1 и абонемент рекордсменов с офигенными карточками, а также дополнительно наградами. Каждому 20-му покупателю бонус в виде монеток, FIFA поинсов, а также еще и дополнительно игрок ТОЦ. Покупка у меня в магазине доступна для всех стран СНГ. Ссылка на мой магазин находится в описании. И не забывай то, что у меня в магазине ты все покупаешь только официальным путем и без каких-либо блокировок. Гарантия на все 100%. Вся информация о событии флешбэк и ультимейт ТОЦ игроков будет публиковаться сегодня либо завтра у меня в телеграм-канале. Так что обязательно туда заходите, и вы будете раньше времени осведомлены о том, что вам нужно будет сделать для того, чтобы получить одного из ультимейт ТОЦ игроков совершенно бесплатно и без какого-либо доната. А сейчас я вам хочу представить концепты ультимейт ТОЦ игроков. Мы, пожалуй, начнем с полузащиты. Перед собой мы видим самые главные карточки, которые здесь находятся. Это карточка Беллингема, Кевина Де Брюне, Антуана Гризмана, Нкунку. Я на самом-то деле был бы не против получить карточку Педри, потому что такое усиление у меня в составе обязано находиться. Антуана Гризмана карточка тоже зашла бы на все 100%. Рафаэля карточка, Фафаны карточка, блин, ну это просто шикарнейшие полузащитники. Хотя, конечно, кого я обманываю? Кевина Де Брюне с радостью забрал бы. А вы постарайтесь вместе со мной собрать сейчас свою команду ультимейт ТОЦ игроков. Я, например, был бы не против забрать бы, ну если бы вот так, прям серьезно. Педри карточка, Кевина Де Брюне и Антуана Гризмана. Было бы супер. Двигаемся дальше, перед собой мы наблюдаем карточки защитников. Терштегена обязательно нужно забирать в свой составчик, потому что без него никакая ультимейт ТОЦ команда не может существовать даже. Я был бы не против, ну хотя, конечно, я не против, то это такое понятие растяжимое. Терштегена взял бы, Салиба карточку, Эдера взял бы карточку, Эрнандеза и Де Лихта, я думаю. Ну, было бы прям справедливо, если бы такие карточки находились у меня в составе. А вы что скажете, кого хотели бы больше всего из этого списка? Не знаю, тут вариантов кучу на самом деле. Тяжело выбирать, когда такие жесткие карточки здесь находятся. Ну и вот самое основное, то что вам хотел показать, карточка Холланда, Мбаппешечки. Вот эти вот две карточки прям обязаны находиться у меня в составе, блин. И последний раз, я думаю, то что я смогу забрать карточку Лионеля Месси высокого рейтинга. Притом он еще и Пари Сен-Жермен, а дальше уже все. Интер Майами, добро пожаловать. Вот хрен его знает, смогу ли я оттуда получить карточку Лионеля Месси, и вообще будет ли сыгранность у него. Вот это вот самый большой вопрос. Хотя бы если бы Саудовскую Аравию он перешел, там бы с Криштиану Роналду он тягался, бы с Кримом Бензема, Нголо Канте, а тут, блин, Интер Майами. Ну как же так, Лионель Месси, ну почему не вот именно сейчас? Крима Бензема мы больше не увидим, это капец, конечно. Мохаммед Салах, Решфорд, Винисиус. А вы что скажете, из этого списка, кто вам больше всего симпатизирует? Кого больше всего хотели бы свой составчик забрать? И вот финальный четвертый скриншот, это всего лишь концепт, друзья. Я не знаю, как точно eSports все реализует. Хотелось бы, конечно, чтобы было больше информации, но всю информацию, которая будет поступать от eSports, я раньше времени всем вам буду публиковать у себя в телеграм-канале, так что обязательно туда заходите. И только подписчики YouTube и Telegram сумеют принять участие в конкурсе на звездный абонемент, а также на приветственный набор, поэтому ни в коем случае не забывайте подписываться.
Если вы испытываете проблемы с донатом, то все можно покупать официальным путем через меня, через мой магазин. Ссылка на него находится в описании. И существует маленькая вероятность, что очки абонемента вы сумеете обменять на очки Ultimate Tots игроков. Я, конечно, точно еще не знаю, будет ли это такая возможность, но хотелось бы, чтобы яшники реализовали все максимально круто. И мы наши очки, которые вы получали в предыдущих абонементах, сумели обменять на очки у тотсов. И также есть спорт, нам показали, для того, чтобы получить карточку 113 рейтинга по 115 в рандоме, я так понимаю, вам нужно будет что сделать? Вам нужно будет закинуть одного игрока рейтинга 109 по 112, там же еще и дополнительно игроков с различными критериями. Точно критерии здесь они вам не будут писать, они плюс-минус, их могут постоянно дополнять и менять. Так что не переживайте, все совсем скоро вам будет известно у меня в телеграм-канале. Раньше времени вам все закину, все покажу, чтобы вы смогли подготовиться и получить наилучшие и наикрутейшие награды, которые для вас стоит eSports. Друзья, я нахожусь на аккаунте у Богдана и подкрываем набор, где есть шансы выбивать премиальных кумиров. Хотя, конечно, в последнее время не верю в то, что премиальные кумиры сюда выпадают, но почему бы нет, подкрываем, посмотрим, что будет падать. 2500 поинтов, узнаем, есть ли шанс на прайма. Очень хочу премиального кумира выбить, не знаю как, но хотелось бы, супер как хотелось бы, Англия. Правый защитник из Рейнджерс, но тут ничего интересного. 108 рейтинг карточка правого защитника всего лишь, ну что-то такое себе на самом-то деле. Двигаемся дальше, 2500 поинтов тратится, и есть ли хоть один шанс выбить премиального кумира? Ну хоть один. Снова игрок и Нидерланды, центральный защитник. Из Манчестер Сити, какой рейтинг у тебя? Какой? 108 Аки, ну ё-моё! Блин. Ладно, не заканчиваем ни в коем случае на этом деле, нужно продолжать открывать и пытаться выбивать наилучших и наикрутейших игроков, и наконец-то премиальный кумир! Это разрыв, это реально разрыв. 110-го карточка, наконец-то премиального кумира выпало. Я уже думал то, что праймы перестали выпадать отсюда, вон, наконец-то. Пам-пара-па-па-па-пам. Хорошо, 110 есть, это уже хорошо. Двигаемся дальше, просто по красоте нужно двигаться. Фух. Ни в коем случае не заканчиваем. Интересно, что будет на аккаунте самое лучшее выпадет. Италия, ну снова что ли? А рейтинг какой у тебя? 109. Романьоли карточка. Пожалуйста, если можно еще одного премиального кумира высокого рейтинга, желательно 113, но нет, блин, но здесь вряд ли чего интересного будет. 108 Робертсон всего лишь. Смогу, не смогу, еще одного прайма, есть еще один прайм! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, 110-й, блин, ну когда уже дойду до карточки 111, 112, 113, возможно 114 рейтинга? Ну хорошо, хотя бы два прайма, это уже радует. Потому что когда нету ни одного прайма, это вообще печаль. Так, еще могу открывать набор эти. Нужно продолжать. Если можно еще одного прайма 112, 113, 114. А у тебя 108 будет всего лишь? Родриго карточка, ну... 50 на 50. Продолжаем. Есть еще шансы выбить что-то жесткое. Смогу, не смогу. Еще раз прайм, еще раз! Бразилия, давай! Правый защитник, да! Кафу, 110-й. Блин. Такими темпами можно еще прайма выбивать. Блин. Ладно. Продолжаем, продолжаем. Прикиньте, если еще раз премиальный кумир выпадет. Нет, блин, ну тут ничего не будет. Сопник, 108-й. Ах, понятно. Идем дальше. 50% скидки. Можно еще одного прайма? Пожалуйста, последнего прайма. Франция. ЛПшник. Ну, здесь точно еще 108, блин. Да. Еще два последних пака, которые я могу открыть. Два финальных набора. Ну нет, прайма не будет. Франция. Да ну что, снова? Три прайма выбил, это уже, конечно, хорошо. Но вот финал. Вот последний шанс на прайма. Просто последняя возможность выбить премиального кумира. 50% скидки. Давайте еще одного прайма, пожалуйста. Ну нет, блин. Португалия. Цапник. ЦФДшник. Из Спортинга. 108 рейтинг. Ну блин.
Три премиальных кумира, но всего лишь 110-го рейтинга. Не тот рейтинг, который хотелось бы, чтобы выпадал. У Боди на аккаунте что-то нереальное произошло, потому что давненько мне не выпадали премиальные кумиры. Еще и сразу три премиальных кумира. Жаль, конечно, то, что рейтинг такой низкий. Большое спасибо каждому из вас за просмотр. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой YouTube канал, принимайте участие в конкурсе на звездный абонемент, на приветственный набор, где выпадают поинсы, монетки, а также дополнительно еще игрок высокого рейтинга. Все лишь за вашу подписку на мой YouTube канал и на мой Telegram канал. И пишите всего лишь один комментарий. Не забывайте открывать ваши подписки на Ютубе и в Телеграме. Все, ребята, всем вам до скорых встреч и всем вам пока!